Я познакомилась с Антониной год назад на выставке старинных кукол в Victoria Museum. Антонина коллекционирует их вот уже 12 лет. В феврале этого года ее коллекция насчитывала около 20 кукол и множество кукольных аксессуаров. Мебель, веера, шляпки. Я рассматривала все эти платьички и думала, какой бы вышел отличный выпуск. Этот ролик никогда не будет снят. В марте куклы Антонины были сожжены российскими оккупантами вместе с ее домом в Гостомеле. Вот что осталось от дома и от коллекции. Выжила одна единственная кукла, вот эта. Накануне войны Антонина подарила ее подруге. Антонина и ее дочка, к счастью, живы. Сейчас они в Швеции. Антонина – искусствовед. Весной она записала лекции про украинский импрессионизм, про Марка Шагала и Густава Климта. Вы можете купить эти записи по ссылке под видео. Часть денег от их продажи пойдет на поддержку ЗСУ. Слава Украине!